Друзья, выходишь на улицу, сразу бодрячок такой. Летом, конечно, такого не хватает после жаркого дня. Всем привет большой. Так приятно, как прохладно. Ой, прямо даже аж зябко. Скоро, наверное, без кофты уже не выйдешь. Холодно на велосипеде. Всем привет. Садик собрались. Тая, пошли. Холодно, ручки мерзнут на велосипеде. На земле тут. В земле вкуснее. А мне земли возьми. Толя спросил разрешение у соседа. Сосед разрешил. Вон то возьми мне. Да такие красивые. Яблоко чем больше, тем вкуснее. Я работал в саду, я знаю. Я побежал. Давай. Ты уже опаздываешь. Конечно, ты долго собирался. Так. Ты долго будешь? Не знаю. Ты только стоматолога и обратно. Ты еще сегодня Леру надо свозить. Ты не забудь. Я сейчас стоматологу, часам. И назад. Педиатру. Вообще еще к неврологу надо ее. А невролог с 8 до 12 только принимает, сказали. По живой очереди. По живой? Да. Ого. А у нас школа. Я другой раз. Наверное. Давай. Готовишь. А мы не доедаем. Приходится еду выбрасывать. Хорошо, хоть куры есть. Иду за капустами, листьями. Вчера не занесла козам. Сейчас, думаю, занесу на вечер, чтобы у них была еда. Хорошая погода сегодня у нас. С утра холодно, конечно. А сейчас тепло. Осень. Клубничка. Красиво, прям ожила. Толя говорит, может, и даже ягоды успеем поесть. Она местами цветет. Ягод, конечно, пока не видно. Так. Вот они, капустные листья. Мешок получился у меня капустных листьев. Оказывается, мешок так быстро набрался. Еще и нелегкий. Попробую донести. Огурцы растут совсем потихонечку. Наверное, в этом году их не будет. Все-таки их надо в августе сажать. Если второй раз сажать, в августе самое то. И этот огурец завял. Завял. Его кто-то перегрыз. Наверное, медведка. И вот еще один завял. Тоже, наверное, перегрызли. Огурцы я вчера поливала, сегодня не поливала. Ну, тоже надо полить. Наверное, сейчас буду поливать. Пока еще не очень жарко. Вот помидоры, которые я тоже пересадила. Помидоры нормально. Острый перчик висит еще. Листья подвяли.
У меня только два куста выжило. Я не помню. Я мало сажала острого перца. Два куста осталось. А в этот кустик он тоже такой подвядший был. Но сейчас как-то по новой. Даже, видите, цветет. Не знаю, конечно, как перчики. Успеют на нем вырасти, нет. Он как-то прям ожил после дождей. Так, это у меня второй мешок капусты. Это я насобирала козлятам. А то я высыпала козе. Вот. Так, это козлятам на вечер. Это козам. А это я сейчас несколько штук листьев капустных отнесу утке и ее утятам. Оса залетела, друзья. Я очень боюсь ос. Ну, садись куда-нибудь, но не на потолок. На окно не можешь сесть? Ой, мамочки, я ухожу отсюда. Толь, я не могу работать спокойно. Там оса летает. Где она летает? Ну, не знаю, села, наверное, я этот закрыла дверь. Достала она, я боюсь. Меня жалила один раз, укусила. Сегодня? Нет. Вообще, я боюсь очень сильно. Ну, покажи, где она. Не знаю, села куда-то. Ты думаешь, оттуда она вылезла? Как 3 года назад? Ну, то 3 года назад туда. Не. Не знаю, куда ты делась. Она то на люстру садилась. Я один раз ударила, но не попала. Вот она летает. Вот. Где? Вот. А. Хотела творог налить, я боюсь. Я не могу. Я очень боюсь ус. Чего бьется? Я купил этот. Для душа на старый домик. Ой. Что-то у меня инженерная мысль не работает вообще. Я когда эту пристройку строил, я это самое. Короче, фундамент стоял, и уже были все трубы подведены, все. Угу. А сейчас что-то вообще не знаю. Ни канализации, ничего нету. Творог опять. Творог. Здорово, сырники. Угу. Надюш, нам еще вот такое передали. Это сосед дал, да? Бондюэль? Короче, бондюэль, да, это которая сладкая. Я люблю. Я сейчас отварю на обед. Как-то. Он говорит, что пришел, говорит, мне говорит, много дали. Им всегда дают. Да. Угу. А он нам дает. Какой у нас хороший, какие у нас хорошие соседи. Слушай, Толь, вот эти помидоры можно выбросить? Да. Ну, выбрось. Все. Стоять. Надюш, у тебя крючка нету для вязания там такой? Есть. А ты ж не умеешь им пользоваться. А я хочу тапочек подшить, попробовать этим теперь крючком. Научить? В смысле? Крючком пользоваться. Ну, я тапочек, что, я не подошью, что ли? Не, ну ты умеешь им пользоваться? Да умею. Ну, все. Его ж надо там правильно держать. Это не сложно, я тебе могу показать. Да что там, я думаю, я справлюсь. Давай, сейчас тогда. Глянь, вообще, ну, что это? Ну, это леской прошито было, видишь? А да почему вообще... она порвалась? Она же крепкая леска обычно. Тут какая-то нитка снизу, он черная, а тут он вообще, я не знаю, как она вчера, он полтапочка отпала. Да это ты так ходишь. Да это не я так хожу, это они так делают. Да, глянь, ага. Ну как, она не держится. Я тяну, оно дальше рвется, я, наверное, полностью его это... Я нашел там, есть белые, они что-то рвутся, а вот это вроде не рвется. Хорошие нитки. Ну это крепкая. Ой, этим ниткам. Это ирис? Наверное. Крючком раньше такие вязали салфеточки. Да? Для школы тоже, да.
А я помню, нам что-то говорили в школе покупать на какие-то уроки, вот эти ж труда, наверное. А что, пацанам тоже? Ну, в начальных классах, по-моему, все одинаково делают. А мы в начальных классах вышивали. По-моему, это сейчас вот, я не знаю, откуда начинать. Ты умеешь кочу вяжать? Да я не знаю, как я умею, не умею. Так ее сейчас надо посередине протянуть, по-моему, пополам. Вот так ее надо сейчас раз. Вот. И потом туда вшить, а потом оттуда. Навстречу друг другу. Как шнуровка, да? Ну да, сапожники, по-моему, так делают. Я могу ошибаться, но у меня... У друга... Я не знаю, у меня не было знакомых сапожников. У друга был дедушка-сапожник. И он мне там рассказывал, что вот так вот его раз, а другую... Ну можно просто просовывать, делать это, но так будет крепче. Ты даже задумался. Ну можно типа делать петельку. Угу. И вот эту петельку, типа так петельку делаешь. Дыц, сюда нитку и потом чик-чик. Наверное, вот так правильно, так будет быстрее. Сейчас я здесь уже сделаю так. Это так, наверное, я делал. А, что я делаю? А, все правильно я делаю. Все, короче, петельку и просовывать. Ой, Толя, Толя. Вот так вот бывает, друзья. Да я ж не запожник. Новый тапочек, ну, китайцы. О, вот так вот раз. Я там кукурузу хочу поставить вариться. Пойду я. Теперь вот так вот его засовываешь сюда в петлю. И затягиваешь, как на швейной машинке. Тыц. Вот так, да? Да, вот так правильно. А ты знала это? Нет. Ну и все, и так вот я его сейчас его прошью. Точно так на швейной машинке. Да, опять вот так вот раз. Зацепил сюда. Чик. Ты, главное, мой крючок обратно на место положи. Ага. И засовываешь туда. И потуже затягиваешь каждый этот. Угу, потуже. Ищи себе новые нитки. Купи себе самые прочные нитки. Надо было швейным этот магазин. Они где иголкой брался, а там они и рвутся. Так не рвутся. Знаешь, какие нитки? Для мочалок у меня же есть нитки. Да, то толстые очень. Нет, они делятся. Давайте дам. Вот такие нитки есть тут. Видишь? Они не очень толстые. Вот они будут крепкие. Они даже делятся на два. То можно и не делить, наверное. Что, попробуй теми? Да, ты сейчас видишь, они порвались по пути. Вот эти хорошие нитки. Они прочные. Для мочалок. Надо еще купить. Ну, оставь сейчас, если это не пройдет. Угу. Ничего. Получается. Нудно. Что там погода, скажи? Тепло. Ты знаешь, когда тонкая пломба стояла временно. Сейчас она только поставила и все, и сразу боль утихла. Ты сказал ей, да, что у тебя болит? Ну, сказала, она говорит, ну, это что в течение там двух недель еще может поболеть. А что ты так долго был? Тебя вроде, надеюсь, чем-то было, а ты вообще приехал после 11. Ну, долго там мальчика какого-то лечила. Ребенок впереди был. Долго. Ой. Ну этот как-то что-то там разговаривал. Слышно, у него там что-то лежит, что-то там рассказывал. С этой или с ватой, или с чем. Смешно. А в прошлый раз я был, там тоже ребенка лечили передо мной. И она такой-то включает, такой-то.
А его брат, короче, ждал в коридоре, и брат сидит такой. Говорит, ты тоже пойдешь? Он такой, нет. Так, покажешь потом свои успехи. Я что, показывать. Ходить буду в этих тапочках потом. Не, тапочки вроде такие хорошие, мягкие. Детям взяли, да, цены растут. Опять о ценах. Тапочки детские, она показала за 180 рублей. Я говорю, ого, какие дорогие. Ну, говорит, это последний завоз. Она говорит, есть подешевле, который был, ну, давнишний завоз. Давнишний, ну, короче, 130, старый завоз. А новый завоз уже 180. Даже тапочки растут. Это все растет, а все одноразовое. Из этих китайских магазинов сейчас море. Оно раз одел и все. Какая красивая бандюрка. Я очень люблю, она сладкая. Кто-то не любит, кстати. Кому-то не нравится. Да, мне любая нравится. Мне вот эта очень нравится. Какая она желтая. Угу. А если дома посадить бандюэль, она вырастет? Вырастет. Надо было одну оставить. Я некоторые поломала, потому что они очень огромные. Кастрюли не помещались. А ты все засунула? Да. Но я думаю, что все съедим, потому что она очень вкусная. Так, я сейчас в магазин сбегаю. Сделала макароны с подливой. Лера, а то придет после школы. Лера говорит, я очень голодная. Хотя она в школе ест после 4-го урока, но она говорит, я очень эту. В школе почему-то голодаю. Видимо, затрачивается очень много энергии. Интересно, куда? Как куда? Вот такая красота. Даже в два слоя прошел. Вот. Ну, нитка зеленая, не криминал. Я буду дома ходить. Какая разница, что она тут зеленая? Тем более об этом никто не будет знать. Только близкие люди. Че, где зеленая нитка? В общем, будем знать об этом я и вы. Но этот пока не буду прошивать. Пока он держится, пока его трогать не буду. Пускай. На днях кукурузку уже буду убирать. Кочаны бы куда складывать. На днях я бы сразу рубать, она еще немножко влажная, боюсь, как бы не запрела, не гнила. Тут козы поподъедали все. Уже можно потихоньку к пахоте готовить. Наверное, капельку надо поубирать с огорода сейчас. Уже ничего поливать точно не буду. Надо сейчас все собрать, всю капельку. Видишь хвост? Скажи, куда смотришь? А, все, есть. Ящерица. Поймай ее. Не поймаешь. Убежала. Алло. Да ладно, не гони за ней. Хай нормально ходит, бродит. Ну, папа,
настойчивый. Настойчивый у меня муж. Захотел с ящерцем поймать? Да ты же видишь, поймай. Пойдем уже обедать. А что, уже обедать? Уже, да. А еще капельку не все собрал. Ну, потом соберешь после обеда. После обеда в больницу ехать. Успею? Может, успеешь, может, не успеешь. Нормально, я говорю. Так, приготовила сегодня подливу к макаронам. Вот. Сейчас будем обедать. Что случилось? А ничего. Что-то как-то неожиданно такая куча. Надо будет катушку делать, наверное, еще, может, даже две катушки для капельного полива. Это все в кучу сгорнул сейчас. Наверное, больше километра капельки. Вот, друзья, у меня есть эта заводская катушка. Вот. Это уже делал я сам. Тоже с ручкой вот. На ней гораздо больше намотано, чем на заводской. Она и покомпактнее. Единственное, что без колесиков. Придется вот, наверное, еще не одну, штуки две, наверное, придется такие делать. Чтобы все было аккуратно.